Пушку, убивающую COVID-19, создали в Узбекистане. Узбекистанские инженеры разработали аппарат «Биогенетик» для борьбы с коронавирусом, сообщает портал подробно.уз. По словам ее создателя, инженера Алима Юсупова, прибор может как проводить профилактику, так и способствовать лечению различных заболеваний – туберкулеза, гепатита, COVID-19 и других инфекций, передающихся воздушно-капельным и контактным путем. Это возможно благодаря технологии, которая обеззараживает воздух с помощью электронов. Таким образом уничтожаются все вирусы и бактерии. Пушку уже испытали на британском и африканском штаммах COVID-19. Результаты, по словам разработчиков, впечатляющие. Биогенетик был разработан еще до пандемии коронавируса. Первоначально он был размером с рекламный щит и создавался для борьбы с инфекционными заболеваниями в масштабах целого города, района и региона. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам.